Chi ha fatto pipì? Бау бау, браво, говорит, собака написала. Коза Мелиса? А? Неве. Говорит, снег, смотри, говорит. Такая смешная ласточка. Говорит, смотри, снега. Так, атента, атента, чем макини, атента, Мелисса, деви стара кун нонна. Ква пасани макини, деви аспектара семафора верде. Ай капито? Си, си, они танто росса, кванду росса, деви аспектара. Quando è verde devi camminare, attraversare. Ah, mamma mia, povera bambina, sempre hai tosso. No, perché sempre hai tosso? Dai, mettiamo capellino. Mettiamo capellino. Non che riuscila a купить вот это вот. Мелисса, dobbiamo registrare il libro. Vieni qua. Dai a zio. Dai a zio. Sempre fatto difficoltà. Ah, che colore? Ah, Мелисса. Мелисса побежала. Мимоза. Мелисса, attenta con il libro. Мимоза, 1 марта. До сих пор кашляет. Купила ей пуловер. Санбарт кашемировый. Вот вам все мимозы на 8 марта. Что за это? От дождя, что ли? Под дождь надевать красный, который плащ. Такая шагает, как Буратино. Мелисочка, да? А? Che cos'è? Papà adesso arriva. Ti porta da Caterina. Ой, девчонки. Libra hai preso da biblioteca? Libro di bambole, casa di bambola. Sì? Apriamo. Oi! Aspetta cascata quella. Cosa? Che è quella? Ah, Мелисса? Che è quella? Chi fa? Dinosauro. Chi fa? Quello è gatto. Quella gatto. Sì, gatto dietro. Nascosto. Nascosto dietro teeria. Fate qua. Gatto. Che cosa c'è altro? Cavallino, cavallo. Cavallo. Cavallo va a
Sopralletto. Sopralletto va cavallo. Она сказала, хочу лупо, хочу лупо. Волю лупо. Говорит, хочу этого волка. Эй, ласточка. Ласточка. Нос течет уже, да? Белла либро? Си? У нее хронические сопли, хронический кашель, невозможно просто. Президу либро. Лясточка. Миа детта инстрада воли лупо, либро ди лупо. Какой закат красивый. Дойня, где Дойня? А, работает? Надо было посалютовать ее. Смотри, хочет демонстрары, а ты альтро либро. А, нон дементиката полунчина. Тиа спектату танта перфара полунчина. О, кванто форта, папа! Так ждала, чтобы ей полончина подарили. Я ей взяла пуловер теплый за 50% кашемировый. Джоки кон папа. Стоя тенте, но на. Куда же мы тасель кшкинтейгана бутаканцуль? Бутаканцуль кшкинтейгана. Cosa avete fatto? Io ho fatto così. Io volevo fare. Ma sì. E dopo siete andati in biblioteca? Sì. Avete preso un libro? Sì. Che libro hai preso? Uno fa paura. Ah, uno che fa paura. Lupo che fa paura. Ah, con i mostri. Sì, tutta strada mi ha detto voglio lupo, voglio lupo. Erano. Макс Мара Уикенд. Ой, Макс и Коу. Макс Мара Уикенд. Такой красивый вот этот пиджак какой-то. Интересно так сделано. А, такой феминили. Я не знаю, что там понавесили. Это просто, наверное, броши и понавесили, да? Симпатично. И брюки симпатичные такие. Девчонки, посмотрим. Стиль Гуччи. Стиль Гуччи. Как наши кирзовые сапоги в советские времена. Но они, наверное, такие удобные носить, да? Девчонки стоят без работы в Гуччи. Салютуют. Так, значит,
ночью витрины больше такие яркие. Красиво смотрится. Ой, какое это счастье, Мелисса родная. Столько счастья она мне дает. Все выходные хочу проводить с ней. О, отключили. Ой, как всегда, я ее йогурт с ее ложки доела. Надеюсь, не заболею опять с ложки Мелиссы. Я буду в шоке, если опять заболею. Оказывается, этот Норд, как его, который куртки, есть здесь, оказывается, собственный бутик на Виа Альтината. И сейчас посмотрим, там 50% распродажа. До 7:30 работают бутики. Посмотрим, может, у них не за 30%, а за 50% есть. А вот такие вот дела, ребята. Такой стильный стиль у девушки. Все пошли на красный. Мы тоже пойдем. Потом я возьму трамвай. Значит, сегодня понедельник. Я в каком-то таком странном состоянии. Может, от того, что в 4:30 проснулась. Какая-то странная. Ни рыба, ни мясо. Как вам вот такой вот стиль в стиле 70-х годов? Вот это вот марка. Так, не забыть бы мне купить. Не забыть бы мне купить кофе Лавацца. Вот здесь вот есть бутик. Просто Мелисса ни за что не хочет ни в какой бутик заходить. Это нечто. Она так, как только я собираюсь куда-нибудь зайти, она такая сразу. Это, наверное, Элизабетта Франки. Симпатичное вот это платье, если бы оно не было бы синтетическое. Да? Думаю, что это Элизабетта Франки. Но будет, наверное, красиво смотреться. Но это когда вот более свободный день, без Мелиссы надо прийти и примерить. Платье бы шикарно смотрелось бы на вечеринке. Издали не видно. Может, это хлопок все-таки же. Primavera Estate, коллекция весна-лето. Может, и хлопок, посмотрим сейчас. 520 евро стоит это платье Элизабетта Франки, сзади спина открыта. Такое секси-платье с черным поясочком, вообще красиво будет. Но там половина синтетика, я думаю. Половина, может, катон, хлопок, половина синтетика. Так, посмотрим, вот сюда зайдем.